Приветствую всех. Сегодня мы занимаемся такими работами. Человек изъявил желание поменять решетку радиаторов на F-Sport. Сейчас покажу, как это выглядит. Взялись за эти работы. Вот для примера бампер от обычной версии. На нем вот такая решетка установлена. Так же, как на машине, просто наглядно показать. У нас он чистый. Приобрел не оригинальную решетку от F-Sport. И мы взялись за работы по установке этой, так сказать, тюнингованной решетки. Для этого необходимо снять бампер. Чтобы снять бампер, нужно снять подкрылки, нужно снять накладочки, вот эти накрыли на бампер. Ну и, соответственно, защиту. И все, снимается сам бампер. А дальше будем перещелкивать эту решетку. Итак, бампер почти снят. Достаточно много электроники, противотуманки, радар, камера. Все это надо аккуратно отключить. И приступим к установке самой решетки радиатора. Продолжаем работу. Получается, решетка на Lexus состоит из двух частей. Вот эта верхняя часть и нижняя. Как такового бампера получается и нету. Вот вторую часть сняли. Сейчас будем приступать к установке решетки. Итак, как и любой не оригинал, пришлось немного дорабатывать. Получается, стояла камера. Прорезали отверстия и вставили такие втулки, потому что камера ни в какую не устанавливалась. Радар стал хорошо в родные места, просто прикрутили. А вот с камерой, еще раз повторюсь, пришлось доделывать, дорабатывать. Итог. Вот результат.